Примерно каждую минуту оператор снимает буквально горячую. Прямо на заготовку наливается жидкий полиуретан, и подошва намертво приштамповывается. Снимает горячую пару кроссовок. В феврале сошли первые партии, а сейчас уже конвейер работает полным ходом. Западно-германская фирма Adidas, как известно, выпускает спортивную одежду, и, что не менее известно, это одна из лучших спортивных фирм мира. Мы по контракту получили колодки, при их создании накоплен богатейший антропологический опыт и технологию производства обуви. В частности, Adidas нам рекомендовала и оборудование, которое мы закупили у фирм Desma и Schon из ФРГ. Adidas работает на таких же машинах. Скоро производство обуви будет налаживаться и в других комбинатах нашей страны. Так что со временем ее получат не только спортсмены, но и самый широкий круг любителей спорта. Александр Матвеевич, какие виды обуви, все же уточним, мы выпускаем совместно с фирмой? Совместно с фирмой мы выпускаем три вида обуви. Вот, это сразу показывайте. Легкоатлетическая. Вот такая продукция выпускается у нас, несколько моделей. Вот, пожалуйста, эти модели есть. Также мы выпускаем для тренировочной кроссу несколько видов. На полиуретановой подошве, очень гибкая. И Москва. Москва выпускается в трех сочетаниях цветов. Также выпускаем мы для футболистов. Как со съемными шипами на полиамидной подошве, также выпускаем и с постоянными шипами. Скажите, на сколько лет у нас заключен договор? У нас договор заключен на 7 лет. А если за эти 7 лет модели как-то... На фирме Adidas. Виды изменятся, станут более совершенными. Это возможно? Значит, мы что, это будем возможно. Продолжать выпускать эти же модели? Нет, это уже видно. Вот эта модель, это совершенно последняя, которую они нам предложили для освоения. В процессе освоения выпуска обуви фирма Adidas осуществляет контроль. Ее специалисты периодически приезжают на комбинат, дают технические консультации.